Виноградова, член громадської організації фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів «Вікторія», позаштатний радник міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю. Доброго ранку вам, пані Ольга. Доброго. Як сьогодні до нас добиралися? Чи щось змінилося? Особливо мені цікаво з громадським транспортом. Ну, я общественным транспортом не пользуюсь, так как, можно сказать, его нету. И тем более сейчас очень проблематично в связи с нашим снегопадом добраться до остановки общественного транспорта. Поэтому пришлось заказывать такси. А взагалі, от чи звернули увагу на ці всі зауваження, які ви робили, власники тих самих закладів? Ну, к сожалению, с частными предпринимателями у нас так и не нашелся общий язык. Все считают нас непотенциальными своими клиентами. Все думают, что мы не можем, ну, им принести доход. Поэтому мало кто отреагировал, то есть это единицы. Угу. Ну, все ж таки, хоть трошки є. Ну, да, да. Уже якийсь здвиг, хоть трошечки. Ну, мы надеемся, да, что все-таки благодаря нашей такой деятельности, которая все-таки несет в массы потребность обустройства доступного пространства, и все-таки это опираясь на законодательную базу, поэтому, думаю, нас будут слышать, и потихоньку наш мир изменится. А як щодо закладів, наприклад, кінотеатр, ми з вами були в бібліотеку, намагалися пробратися? Ну там навіть фізично не можна було заїхати. Ну, наші как об'єкти культури, ми їх називаємо так. Все-таки це фінансування йде з міського бюджету, і так як в місті багато проблем, ми це прекрасно розуміємо, тобто, ну, не вистачає фінансування для того, щоб все-таки зробити всі заклади культури наші ідеально доступними. Я знаю, що зараз, ну, ми з вами коли їздили, дивилися, що навіть не завжди пандуси відповідають тому чи іншому стандарту, так? Ну, это наша еще одна беда в городе, наши недобросовестные подрядчики, да, которым платят деньги, они вроде бы делают, вроде бы стараются, но, к сожалению, каждый делает на свой взгляд, на свое понимание, и очень часто это не соответствует требованиям и нормам. Зараз вот проходит медичная реформа, и люди повинні, намагаються, мають зробити так, щоб медицина була доступна для всіх, і в тому числі було зручно заїжджати туди, дізнаватися про своє здоров'я. Як зараз от с этого привода? Да, наша медицинская реформа идет большими шагами, развивается все, все заклады охраны здоровья должны відповідати належним нормам в соответствии с этой медицинской реформой, но, скажем так, условия доступности для маломобильных групп населения не совсем учтены и четко прописаны в эту реформу. То есть все-таки это больше идет на усмотрение местных органов самоуправления и закладов, то есть выделение финансирования, распределение этого финансирования и на какие нужды, ну, это не совсем от нас зависит. Поза камерою ви розповідали, що плануєте зробити спеціальні під'їзди в під'їзд. Ну, до ліфтів, не совсем так. Плануємо. Эта программа уже, слава Богу. А, уже Богу, розпочалась, так? Да, второй год, вот в этом году уже второй год, как она действует. Мы все-таки ее запустили в прошлом году. В прошлом году было выделено на эти нужды 600 тысяч, если мне не изменяет память. И отработано около 30 адресов. В этом году, к сожалению, в связи с тем, что депутатский корпус выразил недоверие департаменту ЖКХ, ну, думаю, многие знают, что не совсем там все хорошо работает, было выделено всего лишь 500 тысяч, и больше, к сожалению, в этом году, то есть финансирования не было, поэтому отработано, ну, где-то порядка 20 адресов. Мы, конечно, надеемся, что в следующем году ситуация улучшится и будет финансирование намного больше, потому что, ну, как люди начали узнавать об этой программе, то есть изначально мы думали, потребность не такая большая, но все-таки, как показывает теперь практика, что люди звонят, люди обращаются, и каждый день практически поступают заявки на то, что человеку надо установить пандус. Побачили, що там є і собі хочеться. Да, да. Ну, то есть люди понимают, что это начало работать, что реально это делается, и поэтому начинают обращаться. Ми теж так робили сюжет, зробили разом, де зробили, скажімо так, перило.
зручніше, щоб було пересуватися. І після цього почали поступати дзвінки, а як би нам таке саме встановити? Тому люди, коли бачать, що реально це працює, це не просто обіцяння, вони реально починають, тобто, говорити, що да, у нас є потребність, у нас є потребність, і це все йде у маси і працює. Як ми можемо, можливо, допомогти? Як може допомогти громадськість? Це лише фінансово чи, може, фізично, можливо? Я бы хотела просто как обратиться ко всем, в принципе, гражданам Украины, нашего города, частным предпринимателям, независимо от формы собственности там ихнего объекта. Просто в первую очередь надо начинать с себя. То есть если, как у нас сейчас идет тенденция, мы европейская страна, мы боремся за европейские ценности и европейские стандарты и уровень жизни, то все-таки, когда мы пытаемся донести в массы, что люди с инвалидностью – это тоже члены нашего общества, и им тоже надо жить полноценной жизнью, значит, надо не закрываться от этого и все-таки… Делать, пытаться задать себе вопрос, а что ты сделал для того, чтобы наша страна стала европейской? Потому что в Европе таких проблем нет. Приемнейшее, случайно. Да, то есть ты будешь понимать, что ты что-то сделал для человека, который теперь может нормально вести нормальный образ жизни и чувствовать себя полноценным человеком. Як щодо планів на майбутнє? Планов, конечно, много, как всегда, мы хотим все и сразу, но как тоже прекрасно понимаем, что все так быстро не решается. Видим улучшения, все-таки тенденции у нас в городе сейчас стали делать уже при ремонте капитальном и реконструкции тротуаров, то есть делают заезды на тротуары для людей с инвалидностью. Да, опять-таки проблема с не как добросовестными подрядчиками, которые бывают это делают не с несоответствием с нормами, и мы этими заездами тогда не можем пользоваться. Но сейчас вот с 1 сентября вступили в ДБН в действие более жесткие нормы ДБН, то есть там уже обязательно при реконструкции и капитальном ремонте тротуарной мережи повинні бути всі облаштування доступного середовища, це називається універсальний дизайн, і там більш чітко всі ці норми тепер прописані, то есть нету, якщо раніше, наприклад, там висоту бордюра можна було оставляти від 2 до 4 сантиметрів, то тепер там чітко прописано, що все має бути в ноль, то есть стыковка не має мати ніяких перепадів рівня. Дуже дивно, якось всі знають, що є норми, але не всі їх виконують. К сожалению, да, всі думають, що вони самі розуміють, як це правильно зробити. На око так зробили? Да. Під'їдете. У нас є любима фраза в наших кругах: я художник, я так вижу. Цікаво. Насчет частного предпринимательства, мы сейчас просто ждем с нетерпением, уже разработан проект постановы, который должен утвердиться в ближайшее время, мы надеемся. Насчет ужесточения ответственности любого предпринимателя насчет оборудования доступности. То есть если твой объект, твоя услуга не будет доступна для всех верст населения, то ты просто будешь получать штраф за это. И будешь уже сам думать. Или ты хочешь получать штраф раз в месяц, или тебе раз надо потратить деньги, сделать все идеально, и ты будешь просто зарабатывать на тех же самых клиентах, которые имеют инвалидность просто. Дякую вам за таку цікаву інформацію, сподіваюся, прислухаються і приватні підприємці, і не тільки, і державні органи. Сподіваємося, що все тільки буде покращуватися, і самим буде приємно, що робимо якусь добру справу для всіх. Так. Нагадую нашим глядачам, що в нашій студії була Ольга Виноградова, член громадської організації фізкультурно-оздоровчого клубу інвалідів «Вікторія», позаштатний радник міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю. Дякую вам.